Поймал. Ого! Его у нас подвесил. Короче, у нас ребята замотал в паутину. Ребят, запомните, если есть ночная комната, значит где-то есть дневная комната. Как ночная фурия и дневная фурия, точно. Рисунки, шах, тень. Это была тень. Тень. Четвертый. Четвертую капсулу. Есть. Есть, вставили, отлично, включаем, погнали. Сосед. Бежит, бежит. Увидела? Ого! Он, короче, стал человеком-пауком. А куда тут прятаться? Куда бежать? Бежать-то некуда. А ты подписался? Нет еще? Подпишись, пожалуйста. Жми на красную кнопочку и на колокольчик. Спасибо. Сосед стал спайдерменом. Всем привет, привет, друзья! В нашем канале Валеришка Геймс. Гляньте, мы на него смотрим в бинокль. Смотрите, он пошел такой прикольный. Ля-ля-ля. Как с фильма прямо. Пошел куда-то зарядку, наверное, делать. Так, погнали. Давай мы ему несем пиццу. Пиццу, да. Алло, здорово, дзынь-дзынь, пиццу будешь? Дзынь-дзынь. Ну, оставляем. Так, положили. И бежа! Я ой! Не с помидорами хочу, ой, ой, ой. Я с колбасой хотел. Он, короче, не любит с помидорками, он любит с беконом. Собиделся, лень. Ничего себе. И что? Поймал. Ого! Ого, он нас подвесил. Короче, у нас ребята замотал в паутину. Ну ничего, мы к нему вернемся, ребята. У нас сегодня два крутейших хода. Оставайтесь с нами до конца серии, будет очень круто и весело. Ну что, поехали. Угу. Так, ребят, это доктор Хэллоу. Мы проснулись в какой-то лаборатории. Доктор Хэллоу, да. Файн генератор. Найдите генератор. Так, ищем. Генератор. Побежали. Алло. Куда? Выгоды. Какие-то эти каракули детские. Солнышко. Солнышко. Что? Милое солнышко. Куда бежать? Угу. Так, в подвал, наверное, да? Побежали и поищем, где тут подвал. Ля, там какие-то капсулы. Что это такое? Человек, но паук. Да, побежали. Так, давай сюда. Сосед, ты где? Сосед, не алло. Ха, вот он, нашли, фонарик. Фонарик, фонарик не алло. А ну что, фонарик не горит искали. Вообще. Нет. Так, смотрите, нам тут нужно в правильном порядке вставить что-то в генератор, чтобы он активировался. Ага, мы нашли генератор, нам тут написали. А где эти штуки искать? В каждую ячейку мы должны, ребята, ставить капсулу. Угу. Какую-то специальную. Побежали искать. Кнопочка. Что за кнопочка? А, мы закрыли, типа, открыли. Ха, мы открылись. Так, все. О, вон он, видели? Прямо открылись. Крутяк. Побежали. Бежим отсюда. Быстро, быстро. Скорее всего, здесь есть... А откуда он здесь? Четыре места. А чего у него спина в кетчупе, не знаешь? Ну да, нечаянно шел-шел и упал спиной на кетчуп. Такое бывает, да. Так. Открываем. Его нема. А тут, кстати, не все двери открываются, ребята. Заходим. Ну опять. А мы тут были уже. Нет, не сюда надо. Он ушел и дверку закрыл за собой. Так, побежали сюда. А, тут мы еще не были. Никуда, не туда. Ну как здесь можно запутаться? Да, ребята, кстати, лаборатория очень большая, здесь запутаться очень просто. Вот! Библиотека, видели? А, это ночная комната. Первую взяли, отлично, побежали вставлять. Сосед. Главное не забыть, где наш генератор. Алло. Так, он внизу всегда. Внизу. Запомнили? Соседа нету. Закрываем. Что это за кнопочка? А, это закрывает крышку подвала, да? Чтобы он ко мне прибежал. Отлично. Ребята, кому нравится «Привет, сосед», ставьте лайк. О, все, первый. Вставляем. Бдзынь. Включаем. Первый. Теперь нам что-то написали, мы не поняли, что. Мы не умеем читать, все, пошли. Мы умеем читать. Но не понял английский. Но не быстро, да. Второй нужно найти. Где он? А куда бежать? А вот не знаю. Так, тут мы были. Там еще была библиотека. Ребят, запомните, если есть ночная комната, значит где-то есть дневная комната. Как ночная фурия и дневная фурия, точно. Так, куда бежать? Точь-в-точь. Есть второй, отлично. Это очень. Так, хорошо. Нам осталось два. Что же будет, когда мы его включим, ребята? Что же будет? О, манекены. Ничего себе. Во, все, давай. А что это за рубильник? Включим, выключим. А откуда я знаю? Ящик не открывается. Бумажки, фонарик, карандаш. Круто. Тетрадка. Здорово. Это школа Балди. Точно.
5 плюс 8, алло. Не алло. Так, побежали дальше. Третья. Нам нужна третья капсула. 5 плюс 8 будет 13. Точно. Вернемся, ты ему скажешь. Вау. Секретная комната. Спасибо, что поиграли. Hello, neighbor. Мы что, прошли уже? Нет. Так мы же не нашли две капсулы еще. Hello, neighbor. Бла-бла-бла. Так мы же не нашли, это, наверное, еще не конец. Это не конец, это просто секретная комната. Какое-то кладбище с крестами, ничего себе. Побежали обратно. Опять так. Идем отсюда. О, праздник! Рисунки, шах... Тень! Это была тень! Тень, быстро! А что она в углу стоит и молчит? А, она обидела. Ее, короче, наказали. Потому что она себя плохо вела в прошлых сериях. Книжечка не берется, кстати. Это напрасно. А ну, мячиком. А там стекло. Все, понятно, короче. Шахматы там. Тень, пока. Переходите еще. Так, а где же нам капсулу взять? Может, у соседа спросить? Соседа, да я что-то не хочу у него прям спрашивать. Ой, 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 ой. Все, вон спросил, он. Все, давай. Вон он, вон он. Так, третий. Последний остался. Ребята, последняя капсула. Библиотека. Ну тут что-то должно быть, по-любому что-то должно быть. Есть, четвертая. Карта помеченная. Давай, короче, быстро. Наш сосед превратился в какого-то страшного ученого. А что это за мишка? Грей. У нас была кукла, которая маму олицетворяла. А что это за мишка, я не знаю. Это мишка от Грей, понимаешь? Похож, да. О, карты. Тут сосед играет в карты. С кем-то. Книжки читает. Он с тенью. Яблочко, а попугая нету. Побежали отсюда, короче. Тут что-то происходит странное. Яблочко, а попугая нету. Ну да. Кого-то кормит, непонятно кого. Активируем. Четвертую капсулу. Есть! Есть, вставили, отлично. Включаем. Погнали! Сосед! Бежит, бежит! Где выход? Выход! А не в той случайной комнате, где мы были. А вот откуда я знаю? Какого черта? А, нет, папа, туда. Да, туда, туда, туда. Побежали. Выпрыгиваем отсюда. Есть! Есть! Удрали, ребята! Отсюда. Победа! И теперь мы вам показываем мод Спайдермена. Поехали. Как у нас обычно заставка анимационная. Человек, но паук. Без него мы, как без рук. Знает он, первого акта. Как и мы. Что нам нужно? Поливать цветы. Страшный он. Звук. Свин-паук. Вот это там. Откуда звук? Короче, ребята, это как начало первого акта. Сосед у нас обычно закрывает сына в подвале. Мы сейчас пойдем посмотрим, как он это делает. Вон он опять. А что он не паук? Похочину. Выглядывает, глянь. Ну? Пойдемте посмотрим, подкрадемся, ребята. Что там такое? А вот откуда я знаю, что там такое? Сосед! Сосед! Ку-ку! Здорово! Закрыл. Он нас сейчас запалит, как обычно. Ну? Закрыл. Закрыл? О, увидел! Ого! Он, короче, стал Человеком-пауком. И мы сейчас будем, наверное, бегать от соседа. У него дырка в крыше, кстати. Смотри, какая прикольная. Можно прям выходить на улицу. Ахула, наверное, дождик тебе капает. Сосед, здорово! Соль есть? Сейчас мы наберем всяких разных предметов, чтобы ему в него кидаться. Так, мы можем носить 4 предмета, вы же помните. Как обычно. Сосед, здорово! Тебе там не жарко на втором этаже? Сейчас мы тебе это проветрим. Вон он вышел. Мы его, короче, выманили, ребята. Сейчас мы посмотрим. Сосед, давай сделай зарядку. Побежали, посмотрим, какой он красивый. Зарядку делает. Лянь, он прикольный. Спайдермен такой. Бау! Здорово! Есть что покушать? Ангелишки. Почему ты нашу пиццу не полюбил? Так, погнали. Соль есть? Ребята, нам тут нужно, как обычно, открывать дверь, в которой спрятан сын, и входить в подвал. Сейчас мы это и будем делать. Здесь, а? Забегаем. Так, а нужно снять картину, мы же помним с вами, да? Оп. Оп. На нее дырочка. А как я с картиной туда пролезу? Или не пролезу? Или пролезу. Сейчас попробуем. Так, скейт, нам нужен тот рубильник, и у нас, скорее всего, на стене за нашей спиной слева будет висеть ключ от багажника. Ключ, да. От багажника. От машины. Точно. Открываем дверку. Так, желтый ключик. Обожаю, когда ключи вешают рядом прям с замком. Это так удобно всегда. Взял ключ, открыл. Да.
Так, взяли магнитик. Ой, молочко летает. Так, взяли магнитик. Круто. Нам нужно взять в этой дырочке отмычку. Отлично, взяли. И нам нужно еще взять гаечный ключ, который мы себе откроем гайку на лестницу наверх. Угу. Сосед, так, это провод от генератора. Что есть? Сосед, что есть вообще? Что-нибудь есть? Что есть поесть? Так, взяли. Что есть поесть? Гаечный ключ. Можно с голоду умереть тут с тобой, сосед. Вообще, ничего не готовишь. Нам вот тебе... Ха, еще нам бегать тебе за нами. Замочком лучше. Так, отмычкой в него попали. А куда тут прятаться? Куда бежать? Бежать-то некуда. Все. Так, открываем. Поползли наверх. А смотри, он такой человек, но паук. Без него мы как без... А что он это, короче? Сейчас он паутину сплетет. Что нам нужно? Ползет. Ай-яй-яй. Ребята, там, кстати, детская комната внизу. У нас есть с тобой крыша. Ребята, зачем мы открыли? Крышечка от мусорника. Лови и подержи. Так, прыгаем. Кукла! Ключ. И кукла была. Так, ребята. Человек. Ключ очень важный. Так, давай. Он от подвала. Красный. Сосед, иди. Бля, у него антенна, видела какая? Ого. О, беги. Сосед, иди отсюда. Не беги за нами. Фу, ребята, наверное, он нас поймает. Мы обязательно продолжим играть в эту часть, в этот мод «Привет, соседа». Если вам интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Мы всех очень любим. Мы всех очень любим. Ссылочки на наши два других канала на Инстаграм в описании. Всем пока-пока. Вы у нас самое лучшее. Пока. Спойдер мой. Бу.